В общем, это мероприятие, которое сейчас происходит, получилось совсем не таким, которое мы ожидали. Мы планировали сделать его в честь открытия нашего антикафе RAV Drum Fest. В итоге мы решили сделать просто тусовку с концертом и с тестом наших инструментов. Вот, и все получилось очень качественно, на мой взгляд. Только что отыграл свой сет, теперь вышел передохнуть. Сейчас будут играть замечательные музыканты Паша Иоанн из Питера, Бенни из Италии. Вообще он из Австралии, но приехал из Италии недавно к нам. Владислав Надишана. Для меня большая честь выступать с этими людьми на одной площадке, взаимодействовать с ними, общаться. И опять в этом получается заслуга RAV Vast, потому что ребята меня пригласили на мероприятие, за что им отдельное спасибо. Fun day. Everyone's so cool and so lovely. I really, really love being in Russia. I'm having a good time. Ну, наш хедлайнер Владислав Надишана, известный музыкант в Европе и во всем мире. Он ездит очень много по миру с гастролями. И очень круто, что он вообще заехал в Пермь и на нашем маленьком мероприятии выступил. Обычно он приезжает ради больших мероприятий, серьезных фестивалей, и тут это было VIP. Андрей Ремянников изобрел великий инструмент под названием RAV Drum. Это новый инструмент, аналогов ему не существовало до сих пор. В каждом язычке этого инструмента настроено от 7 до 5 бертонов. Это сложно сделать, это все равно, что взять колокол и настроить у него все его гармоники. Но этот человек смог это сделать. Вот. Он живет здесь, у вас в Перми. Это на самом деле круто.